Так, ребят, я здесь через пару минут, услышите меня, задержку поставил. В общем, ждем, пока что-то начнется. Можно посмотреть, что у нас сегодня происходит. Так, секундочку, ребят. Так, все, я здесь. Так, ребят, короче. Light White против Каса будет биться. Потом другие игроки. Я не знаю, кто там у нас еще. Так, Light White здесь, я вижу. Вот, касса опять нету, короче. Ну, касс дает. Вот, ну касса нет, я писал Вориону. Ну, короче говоря, все будет у нас сегодня. Вот этот матч, четверть финалов, две штуки. Это Димага Джараксус, и вот здесь вот четверть финал с победителем Lightweight Cass. Он полуфиналы, а уже финальные матчи будут, соответственно, не сегодня играться. Поэтому ждем, в общем-то, начало понемножечку. Сейчас будем разбираться, что там Cass, кто там где там что. Вот, как-то так.
Так, сейчас посмотрим. Ну да, только Димага Джараксус. Так, привет всем, короче, касса нету, касс пропал наглухо вообще просто. Вот, поэтому подождем его немножечко, ну, будем техлу сдавать, если сейчас он не придет минут через 10. Вот. Так, да ладно, Ориан, что, наверное, Кас забыл там просто, что ему играть вообще. Вот, ничего страшного, подождем 10 минут. Пока люди как раз придут. Здорово, Бзик, да, видел сетку. Паш вчера загенерил ее. Конечно, видел. Мы же обсуждали это все дело. Ну, в смысле, не сетку, а как по датам, когда там что. Ну, сетку мы тоже обсуждали на прошлой Евролиге. В этот раз Паш залепил. Менять ничего не стали. Посеяли более-менее игроков. Вот. Блаю будет техлуз, к сожалению, на... Привет, Костя Киев, ну, Бобролиге, почему? Потому что я сначала сегодня думал, может, ну, Блай, короче, уехал на море. Решил почувствовать дно немножечко Блай. Вот. Короче говоря, 23-го он только вернется. Ну, так мы на этой неделе хотели. Вот.
Так что придется, скорее всего, дать, не скорее всего, дать, придется дать поражение техническое, потому что ну, до 23-го мы ждать точно не будем. Я сначала думал запариться, провести все помимо Блая матча там до полуфиналов. Потом подумал, из-за чисто Блая все 15 остальных человек должны что ждать, это как-то... Ну, точнее, не 15, а те, кто дальше пройдут, ждать до 23-го тоже как-то не вариант. Вот. Я просто анонс написал прямо перед стримом. Вступайте в группу ВКонтакте, я там написал, что во сколько что будет. Вот. Поэтому, ну вот, не видели вы, соответственно. Короче. Ждем, ждем. Сейчас сказ придет. Ну и Бобролига будет, соответственно, у нас в четверг в 17:00 начинаться. После, ну, после Старлиги, а там Ладерка, ФПНочка поиграю, начнем Бобролигу. Вот. Это будет 1/8, помимо Блая матча, потому что его не нужно играть. То есть 7-3 у нас будет, соответственно. И продолжение в субботу в 2 часа дня. Мы начнем Бобролигу и закончим ее, соответственно, в субботу. Как-то так. Ну, а Starline Лиги финала матч за третье место. Вот это хороший вопрос, когда пройдет. Но я пока не знаю, когда он пройдет, если честно. Там по времени будем подбирать, чтобы пограмотнее. Сегодня еще этот... Сегодня еще у нас ГУФСК финалы месяца. В среду завтра не будет GSL, как я понимаю. Поэтому корейцев не нужно стримить. Вот. Может, разыграю слот его. Так, ну я не знаю, до четверга. А кто разыгрывать-то будет? Так, сейчас подумаю, мы с Пашей, может, действительно завтра квали лишнюю сделать на... Вот.
Так. Спайк, ну. Ну, влепить можно, в принципе, туда, но кто этим займется, я не знаю. Короче, ребят. Ближе всего к квоте были Джараксус и Френд. Вот, я сейчас Паше написал. В принципе, если получится Джараксус здесь, надо Френда найти. Просто можно им сыграть будет, за, ну, например, там за квоту. Бот 3, как бы даже без стрима. И просто потом, ну, чтобы не было, в общем-то, тех поражений ни у кого. Просто запилить там матч еще один. Почему бы и нет? Так, ну что, отписал Паше. Короче, Паш напишет, там, наверное, Фрэнс играет с Джараксусом, просто бот 3. Без стрима, без ничего, отпишет. Отпишет
Вообще-то, кто победил Смайлу, и мы его вставим просто вместо Блая в сетку, вот, собственно. Так поступим мы на Бобролиге. Ну, а пока ждем, пока Касс с Лайтвейтом подчеркает, что очень долго они это делают, честно говоря. На сайте новое оформление сейчас. Ну что, ждем начала. Касс против Лайтвейта. Бьется первую игру. Ну что, начинается наконец-то битва. Я уже что-то приуныл, подотвлекся. Давайте смотреть, уже 17:26. Надо успеть, ведь нам до 21:00 все это завершить. Барагас у нас указ пошел. Через реперка играет. Здесь у нас бустятся рабочие. У Лайтвейта, у него билд Барагас в данный момент. 16 пробок на минералах. АПМ близок, по 2 сотки. Ну и Нексус пошел, пробку надо раньше вводить. Посмотрите, на 480 минералов уже было. То есть 80 плюс добылось. Конечно, Нексус можно было секунды на 7 где-то, наверное, раньше заказать. Поэтому надо раньше пробку выводить. Так, куда идет у нас? На кросс идет у нас Лайтвейт. Здесь у нас ЦЦшка через рипера ставится.
На кроссе и найдет касс. Если с кросса пойдет сюда в правый верхний угол, то это будет вообще право в разведке всей. Полгода будет искать все. Касса. Ну что, рипер полетел. Есть у нас Мазеркор, адептик. Мазеркор бустится, рипер пролетает. Никсус сидит прекрасно. Не удалось кассу ничего убить. Он улетает. Проверяет рипером, что происходит. Нужно пробок заказывать. Да, здесь нужно адепт просто вниз спускать сейчас вот. Рипера, конечно, нужно было по-другому пытаться поймать сейчас. Ну, один удар даже адептиком сделал еще дополнительный лайтвейт. Кас пытается залететь сейчас с другого направления. Лайтвейт что-то тут стоит непонятно где. Так, пробочка у нас едет. Можно было рипера сейчас потерять. Под адепта гранатка. Адепт припрыгнул, но живой. 20, так, 30-25 по рабам. Твайлайт наблюдаю. Твайлайт это. Интересно, это хорошо. Кто здесь ходит? Чалик, иди сюда. Дай поглажу тебя. Сейчас с Чаликом прогулялись. На часочек просто сходили на электрон, на стадион, там кречки. Пробегал парнишка шерстяной. Штаны проветрил, носом по воздуху поводил, палки погрыз, потаскал. Дай чай, иди отдыхай. Еще сходим с тобой как-нибудь в ближайшее время. Короче, прикайфовал. Ну что, здесь у нас плюс 2 гейта пошло, еще робо строится, блинк делается, все стандартно, стабильно. Плюс 2 газа, пилончика на второй. Пока все четко, лайтвейт достаточно исполняет. По рабочим впереди, по всем параметрам впереди. Касс тоже строит рабочих сейчас. У него много в дозаказе реально. И так, косминки собирается передроповать. Здесь робо будет сейчас готов в ближайшее время уже. Но странная позиция у Мазеркора. То есть, 10 сталкеры стоят, ждут рипера, по сути. Мазеркор на мейне остался. Так, залп делает минка, нужно уводить. Одна минка на мейн залетает. Ну, лайтвейт заметил это все дело. Касс будет дропаться. Да, врывается, нужно уверчаш выставлять. Не успел выставить, уверчаш фейл. Ну вот надо вовремя реагировать на такие вещи. Не среагировал вовремя, потерял сталкера. Минка уже в плюс разменялась. Сталкер гораздо дороже, чем минка стоит, естественно. Но третий Нексус пошел, потери для экономики минимальны, а это самое главное. Так, а в сервер прилетает, здесь адет плюс доваркался. Помогает Мазеркору минку убить, минку убил. Сталкеры заходят лайтвейта. Сейчас Кас прилетает двойным дропчиком к нему уже сейчас... В это время Тирану приходят сталкера, Тиран выводит КСМ-ки сейчас. Ну, кстати, дома не так уж много юнитов. Попытка фокуснуть Нексус идет. Нет, пилон фокусит Кас. Пилон моментально отфокусил. Здесь сталкеры, кстати, не меньше рабочих убивают Касу, чем Кас пробок. Нужно брать адептов, нужно адептами выходить сейчас. Здесь сталкерами лайтвайт поразводил. Нужно уйти с сталкерами обязательно сейчас. Что он и делает. Но он теряет Нексус в это время. Причем теряет флам его. Без какого-либо сопротивления. Адепты упали. По рабам больше, правда, лайтвейта осталось. Но у касса боевого лимита в два раза больше. Это значит, что у ГГшечка чем-то дропщик в точку в этой игре ставит. Так, пошел замет. Мариков реально много здесь. Сталкеров лайтвейт хорошо контролит. Но их тупо не хватает сейчас. Блин, контроль хороший демонстрирует. Молодец, но немножечко все-таки не хватило в обороне дома. Нужно забрить. Медивак срочно. Медивак забрил. Все забрил. Здесь рипер стреляет. Все и стреляет. По Нексусу нужно рабочих перевести.
Ну все бы ничего, если бы больше армии было бы. ДРС 1988 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно, на пирожок с кёферчиком. Спасибо, ДРС. 1988. Сейчас все запилим, все сделаем. Так, две минки летит. Сегодня уже была от атака поддержка неплохая. Ну а так сегодня просто там поднялся на 3, на MVP. Не знаю, 1000 просто долларов, наверное. Короче, много. Думаю, что он позже придет. Может, премиуму кому зашлет. Ну что? Сталкеры пришли, пару расстреливали, нужно сваливать. Третий Нексус восстанавливать, пока не восстанавливают лайтвейс. Здесь у нас есть дестабилизатор один. Ну, сталкерами чуть пытаются тут подхарасить. Ну, по лимиту кажется, что близко, но на самом деле голые сталкеры, тирана био со стимпаком, с медиваками, они, ну, не могут убить, просто в чем проблема. Так, медивак залетает, медивак минус, здесь минка копается, залп, три пробки минус. Самое главное, что здесь и обсерверы есть, и все, что надо здесь есть для обороны, но все равно прилетает касса, на халяву рабочих пробревает. Лимита уже больше. Ну, 20, в принципе, как и было. Сейчас больше, чем на 20 встанет, потому что сталкера под удар подставляются. Еще один сталкер минус сейчас. Уходит лайтвейт. Дестабилизатора сюда привел. Кас видит. Одного сбривает. Второй так плотненько стрельнул. 10 юнитов просто минус. Вообще хороший выстрел. Но это уже не поможет. Даже если бы... Ну, если бы весь выход с выстрела дестабилизатора убил, это, может быть, помогло бы, конечно. Так, секундочку, ребят. Ждем ГГНчика. Алло. Так, ребят, все, я здесь. Гэпич, лайт-вайт, проиграл все-таки в итоге. Я и приношу извинения за то, что отвлекаюсь, но тут человек ко мне просто сойдет. Нужно ему там денег занять срочно. Вот. Жду хост. SCV ready. SCV ready. SCV ready.
SCV ready. SCV ready. SCV ready. SCV ready. Upgrade complete. Все, ребят, я здесь. Я извиняюсь, все. Разобрался с вопросом. В любом случае, разговаривать особо некогда, поэтому, собственно, будем смотреть игру. Отвлек здесь, в общем-то, пробкой Рипера Касса. Кстати, пилончик запиливать — это хорошее вообще решение. Буду, если играть, к Тирану приезжать пробкой. А Нексус первый ставлю. 17-й Нексус будут пилон ставить. Он будет думать, что ага, сейчас Мазеркор прилетит. А у меня там дома пока юниты будут строиться. Как, собственно говоря, у Лайтвайта и происходит. У него Мазеркор сейчас и Адепт строится. Обратите внимание. Вылетает Мазеркор. Адепт. Ну, Кас понимает, здесь уже ловить нечего, просто улетает. Сейчас Старгейт пошел. Ну, на, в принципе, против всяких либераторов может. Не то, не просто может, он пригодится в любом случае, да, там. Можно пилончик уже ставить, можно минеральная линия для перестраховки, можно здесь, чтобы если липер залетел, сразу уверчар сюда пик, и все. Здесь Зилок с адептом ходит зад вперед. Кто между, если полетит, попадет под пресс. У Касса опять два барака, опять достаточно ранний стимпа, как я понимаю, будет. Ну что, Оракул строится у Лайтвейта, полетит вперед, сейчас здесь минки, по две штучки опять же и роба пошло. Так, адепты иллюзиями тут разведут, посылают кого-то рипера проверять. Телепортироваться не стал, дома оставил. Ну, правильно. Гейт один пока, на рабочих на десяточку практически больше. Сейчас у Протса, да, на 10 ровно больше. Если Оракул сейчас чуть-чуть поубивает, вообще замечательно будет. И рипер разминулся с Оракулом, это очень важный момент для Протаса, Вред Белов Павел. Потому что... Рипер ничего не увидит, не даст информации никакой. Марики стоят, но не прямо в рабочих, поэтому если залететь Оракулом сюда грамотно среагировать, то пару-тройку рабов можно подрезать, пока Касс вот этими мариками подойдет в этом направлении. Вот Оракул залетает, смотрите. Ну, пару подрезал, три подрезал, все, и можно улететь. Не надо только Оракула терять. Но... Лайтвейт решил, что ладно, можно и потерять. Полечу-ка я на вторую базу. Ну, блин, наивно было полагать, что там ничего нету у Касса, который любит настроить всегда много. Две минки залетают на вторую базу, и сейчас будет удар. Удар пошел, сконтролил пробок, как-то почему-то три погибло, не две, хотя вроде как я видел, что две всего там было. Честно говоря, этого момента даже не понял, почему погибло три. Ну, значит, я что-то просто упустил. 50-39 рабочих. Сейчас ситуация замечательная для Протоса по экономике. Третий некто ставится, но он будет отменен сейчас.
Так, дропчик на третью идет. 12 смайликов, ну, плюс еще 2. Они это пришли или случайно так получилось, что-то я не понял даже. Ну, нормально, здесь отбивается, в общем-то. Лайт-вайт. Кас передропывается уже на мейн, на хайграунд. Здесь на верчаж, на пилончик пошел. Нужно медивак подбивать, конечно. Адептов много. Сталкеров мало, медиваки никто сбить не может. 4 пробки потерял. Третьей ЦЦшки у касса нету, то есть третий никс надо ставить, просто и все. Колоссы строятся. Бар, 2 фаржи. Ой, минка дропается. Опять неприятности тут какие-то. А обсервер прям здесь главное висит, и никого нету. Ни Мазеркура, ни сталкера какого-нибудь полудохлого. Верчаж выставлен, ну, решил энергию лайтвейт потратить. Пока обороняется, пока по лимиту критического проседания нету. Но Кас делает выход вперед сейчас, щиты еще не готовы, пока идет, доделываются. Уже там 30 секунд всего до щитов остается. Нужно заметить, когда Кас подойдет сюда. Колосс будет один сейчас. В этот раз решил не для дестабилизаторов колосс устроить лайтвейт. У колосса хорошо, хороши в принципе. Если есть преимущество какое-то по грейдам, по лимиту, но что-то нет ни хрена никаких преимуществ. Врываются медиваки. МКС хотел дроп 4 медивака продемонстрировать. Идет, ну здесь, блин, ну вот понервничал. Одного верчажа достаточно в такой ситуации. Потому что сейчас КАС постоит, подождет, пока верчажа кончится и еще раз сюда дропнется. Причем лайтвейт понимает, что КАС никуда не делся отсюда. Он вот обсервер-то висит, он не видел, как КАС вообще вылетел. Так, медиваки подлетают, блинк есть, нет, блинк отсутствует. Кас пролетает на бусте куда-то, вот куда он, к мейну пролетает, я так понимаю. Да, к мейну он и пролетает, нужно бы принять. Где блинк вообще, где твайлайты, где что-то происходит, ну, такой, такие технологии, с которыми можно встречать вот эти дропы все, я пока не понимаю, если честно. Ну, 3 дропщика зажал, в это время двойной на третью базу идет, но здесь колоссы на третьей есть, на мейне вот, правда, ни хрена нету. Ну вот был бы Старгейт, вот, вот почему Старгейт нужен. Представьте, был бы Старгейт, но Феникса построить, уже надо медиваками что-то делать. Куда-то лететь, куда-то как-то вылетать, а лучше грелочку она подлетает сюда, просто разогрев рубает и вообще жестко. Кас пытается как-то вывести, куда-то дропнуться, сталкеры вообще не контроля стоит здесь ничего. Пилоны добавляются, Кас что-то взад вперед летает на патруле что ли. Врывается на мейн. 6 медиваков. Дроп на мейн пошел. Сейчас колосс приходит. Адепты приходят. Сталкеры где-то сзади. Адепты врываются. Неплохо как загружается. Пытается уйти. Адептов немножечко сплетанул. Лайтвей. Сталкеры ушли в итоге со второй. Даварп идет на один медленный пилон. Частью юнитов, частью на нормальный пилон. Медиваки нужно сбивать. Медиваки сбивает. Лайтвей пытается. Мазеркор отдается. Медиваки падают понемножечку. Вот когда такая хрень происходит, когда 2 медивака на таких хп улетают, меня пригорает маленько всегда. Ну что, здесь обсервер залетает, нахрена заводить пробок-то сюда, не надо вообще ничего заводить. Просто отбил бы минки и все. В итоге, вот в чем минус такой политики, такой стратегии Протоса? То есть вроде как ты отбиваешься, вроде как тиран потери тоже несет, ну правда здесь Протос больше потерял. Но здесь третья ЦЦшка, здесь продакшн, и в любом, ну не то что в любом случае, в данном случае не в плюс как бы, но в данном случае точнее в плюс, но ты играешь вторым номером, то есть я что-то неправильно вообще сейчас какую-то хрень начал нести. Вот, ты играешь вторым номером, и тиран, даже неся потери более-менее ровные с тобой по цифрам, он наносит демедж экономике, и ты проседаешь в любом случае, действуя безинициативно, так просто стоя. Но оборона гораздо могла бы быть эффективной, если бы вот этот бэкгрейд был бы уже давно. А он мог бы быть уже давным-давно в Твайлайте. Почему не делал лайтвейт, я не понимаю. Блинк? С блинком он бы там эти медиваки принимал вообще бы замечательно бы. Так, касса отгоняет, касса уходит. Развел сейчас касс, заходит. Так, здесь передроп пошел, уверчаш нужно выставлять. Уверчаш выставляется, наконец-то блин готов. Нужно сбивать медиваки. Сбивает лайтвейт медиваки. Вот еще один медивак здесь есть, тоже нужно сбить обязательно. Ну, хотя, в принципе, потерь особо нету. Медивак сбивает.
мародеров убивает. 127-142. По лимиту кассу что-то бегает, непонятно, какими-то юнитами минки, мародеры, все гуляют по карте. Передроп, опять карман пошел на вторую сюда. Дропчик очень серьезный такой со стороны кассы. Лайтвейт хорошо адептами пользуется, вам скажу. Успевает иллюзии постоянно переводить. Не просто нам уведет, а именно иллюзии посылает. Так, пытается сбить медивак, переблинк пошел. Вот правильный медивак фокусил, где максимум юнитов сидит, но не дофокусил в итоге. И 114-145, казалось бы, вроде отбиваюсь, но... Все везде бегает, все везде шатается. Касс успевает улетать при этом. Форжи потерял. Только вторая атака доделась. Только 2-1 грейды. По боевому лимиту близко, но... Так, выход пошел. Три колосса. Вот раньше, если бы был ход с ходсовскими колоссами, можно было бы сказать, что да, есть шансы неплохо проатаковать за счет колоссов, но сейчас-то колоссы не те. Поэтому хз, что из этого получится. Призма прилетает прямо под... Третью базу касса раскладывается, долго как лайтвейт идет. Перевод на четвертую базу низких пробок идет. Причем со второй, кстати, распределил добычу очень хорошо. По лимиту сравнялся практически. Сюда приходит и дестабилизатор здесь где-то был один. Так, видит, что касс здесь рядом находится. Если гвардиан шел, да, гвардиан есть, хорош, гвардиан врубил, все под гвардианом идет. Это очень хорошо, колоссы будут более живучи против викингов. Викингов нужно фокусить, вот они на халяву залетают здесь. Так, колоссов отвел, мешка назад, филды пошли неплохие, нужно отступить, нужно викингов укуснуть, колосс жив один, все лишь дестабилизатор выстрел делает, частью попадает, дэмэджа частью не попадает, один викинг все еще живой здесь, кас заходит, колосса зафокусил, ну вот колоссов нужно было прикрывать, вроде как неплохо начал битву, потом, в общем-то, развалился лайтвейт. 80-120 по левину. Ну что, Кас против Спелсингера у нас. Ждем.
Так. Привет, Денис Гринко. Спрашивает меня человек. Подскажи, у кого можно купить мемхак. Друган, я тебе смогу подсказать, как выход с канала, где находится. Вот. С моего, потому что не рекомендую тебе такие вещи и спрашивать, и вообще пользоваться ими. Так, захожу в игру, все, сейчас начинается Кас против Спелсингера, получается у нас битва. Ну что, ждем старта, пока только Спелсингер написал, что готов, Кас ничего не написал. Ну что, БО-5 у нас начинаются. Поехали, Спелсингер против Каса. Гейт Нексус Кибернетка у
Пэлсингера. Касса через Рипера ЦЦшка. Без разведки вообще играет. Ну что, пошла ЦЦшка. Секундочку, ребят, наверное, мама пришла сейчас. Upgrade complete. The Grim Reaper has arrived. SCV ready. SCV ready. Add-on complete. SCV ready. SCV ready. You want a piece of me, boy? Add-on. SCV ready. Так. Я приношу извинения свои. Приходится мне отвлекаться. И, похоже, не последний раз сегодня. Ну что тут у Спелсингера? Через один гейт опенинг. Сейчас гейты добавляются, две штучки. Так, а где второй? А, вот два гейта здесь. Twilight Blink Robo обсервер будет достаточно ранний. Потому что пока раскачивает экономику. Все стандартно. Абсолютно. У Касса такой же абсолютно билд, как и с лайтвейтом был. Два барака пораньше стимпак. Ну что, полетел? Ну тоже дропчик минок полетел, собственно. Здесь у нас, причем, смотрите, как он летит, этот дропчик. Оп, вообще, обсервер. Вот это просто для просто великолепно, когда такие вещи происходят. Нексус пошел. Третий блинк уже почти что готов. Но еще не будет готов, но хорошо позиционирует своих юнитов Спелсингер сейчас. Медивак прилетает, Спелсингер его прекрасно видит, и Касс вынужден развернуться, улететь сейчас. Так, обсервер висит. Опять же видит Спелсингера. Ну, тут опять двойной дроп идет. Ну, тут очень многое у Касса зависит, зависит от этих дропов начальных. Если они не проходят, то может все по-другому быть. Никак с лайтвейтом. С лайтвейтом, конечно, дропы хорошие дэмэш наносили. Врывается дроп, врывается десиминка еще есть. У Касса что-то криво как-то дропается. Честно говоря, приходит здесь. Есть лимит, прилетает еще. Дропчик минку дропает, минку лайт... простите, лайтвайт. Конечно, Спелсингер минку отфокусил. Медивайки сбивает по лимиту в плюсе. 87-40
87-73, по-моему, как-то так там по лимитам было. Нужно восстанавливать добычу на Никсусе в кармане. Так, плюс две фаржи. Ну что, продакшн каст нарастил, причем очень серьезно нарастил, посмотрите. ЦЦшка перелетела, добыча начинается. 61-59 пурабам. 2-1 грейды делаются, но вот нежданчик какой, прилетают адепты. Начинается врыв на дальнюю базу, вторую. Так, телепортируются части адепт на вторую, призма улетает, КСМ 4 упала уже, но плюс 1 нет, и это очень важно, что адепт нет плюс 1, поэтому... Они рабочих гораздо менее эффективно убивают. Ну, Фулсингер решил прям пофокусить рабов в итоге. Пофокусил несколько штук. В это время дроп на мейн заходит. Но здесь 4 уверчаржа с Фулсингера. Ой-ой-ой, как уверчаржи сейчас ему сильно помогли. В нужном месте, в нужное время. Посмотрите, как грамотно держать призму. Просто 4 уверчаржа не дали потерять экономику прям сильно очень. И касса всего 2 юнита улетела сейчас. Пэлсингер, в общем-то, отбился. Пытается поймать касса. Единственное, что фаржу одну отключил он сейчас. Обесточил, сбрив пилон. По рабам все еще в плюсе. Пэлсингер по лимиту тоже в плюсе. Фаржу на фарже нужно восстановить. Пилончики, чтобы грейды доделывались. А то и буст в никуда в итоге идет. Вот сейчас грейды начал. Грейд продолжил делаться. Здесь уже армор доделался. Нужно второй заказывать бы. Ну и у касса все неплохо, то, что потерял рабочих, не прям не дико страшно, восстановил уже их популяцию, в общем-то, касс. Уже сравнялся с процессом по рабам, уже гост-академия строится. А здесь переход в шторм идет. Полетел. С двумя медиваками сейчас со стороны 3 часов залетает. Здесь есть пилончик для контроля. Спилсингер, скорее всего, увидит, грамотно среагирует, я думаю. Ну что, 6 штурмовиков по 2 от Спилсингер, но не для шторма, кстати. Учитывая пассивность его сейчас действий и по то, что он выходит 2-2 и не собирается никуда лезть, может быть, даже лучше было бы штормы сделать, конечно. Касс пилоны обнаружил по карте, разбросанные Спелсингером, идет их всех выбивает. А Спелсингер в это время готовит атаку к кассу, у него здесь есть уже рядом призма, заходят адептики сейчас, видят Спелсингер, здесь касса почти нету юнитов. Так, идет вперед, ой, как сейчас... И в центре минус, и адепты минус. Касс пытался на хайграунд уйти. Гастами выкидывает ЕМП. Сейчас врывается в это время на третью базу. Вот ошибка просто в том, что он сейчас часть юнитов дома оставил, часть в атаке, как мне кажется. Потому что здесь тиран практически без потерь все громит. А хватит ли Спелсингеру здесь, чтобы убить, тоже вопрос. Но вот то, что здесь 4 иммортала есть, это очень хороший знак для процесса. Почему? Да потому что они здания просто крошат. Хлам как игрушечные своим демеджем гигантским. И здесь пытается Пилсингер блочить рампу. Чи не пытается, он будет блочить эту рампу и не давать кассу зайти, собственно, наверх. Касс, ну, касс на медиваках перелетит, собственно. Но есть уже архончик один. Архончик неплохо может здесь сработать. Так, на дальней базе Пилсингер убивает. Продакшн Пилсингер выбивает. Правда, вот здесь вот на второй базе
всего лишь 4 адепта с продакшеном борются оппоненты. Это не очень хороший расклад. Будет ли КАС врываться наверх? Должен врываться, обязан врываться. Либераторы здесь, посмотрите, вылетели. 5 штук. КАС их подостроил. Часть мейна заблочил, отбил. Сканит, смотрит, что у Сполсингера происходит. У Сполсингера на мейне стоят юниты с рабочими. Ну, кстати, посмотрите, лимит Сполсингера больше, но боевого-то лимита больше у КАСа уже получается. Здесь либераторы раскладываются, Сполсингер чуть медленно как-то реагирует. Хорошо они тут иммортлу настреляли. Вот на месте КАСа вернуться просто нужно, видимо, домой. С либераторами отбиться, и все будет нормально у него. Тем более, четвертая планетарка уже начала добываться. Четвертая ЦЦшка. Сентрюфу куснул, здесь что-то иммортл уходит, тупит. В центре минус в итоге, нужно отступить. Здесь один архончик, и здесь еще минка у нас сохранилась до сих пор. Сполсингер что-то странно как-то контролит, очень медленно уходит. Мейн пытается убивать. Так, с мейна нужно уйти. Отсюда вообще нужно уйти бы с полсингеру. Залп от минки. КАС на халяву просто такую ценную группу юнита просто пробивает. Но с полсингер там третью базу восстанавливает. Но от КАСа получается сейчас будет фактически улыновый выход дальше идти. Так, принимает босс полсингер. Гвардиан врубил. Архон падает. Иммортл еле дерется здесь. Сталкер один ушел всего лишь. Давар пойдет еще сталкеров. 65-105 по лимиту. Боевого просто больше. Грейды 2-2 в 2-2. В принципе, более-менее равные грейды. Но для тирана это лучшие грейды. Уже говорил не раз об этом я. Вот ключ, где касса. К успеху. Точнее, к успеху. Это даже, наверное, шанс единственный у либераторов как-то грамотно с био применить. Но здесь слишком много сталкеров. Слишком много того, что стреляет по либераторам, того, что может их уничтожить, поэтому навряд ли что-то здесь получится. Под блинк агрессивный минус либератор один. И да, ЦЦшка падает очередная. Точнее, это даже орбиталка, только одна всего лишь останется здесь. Сколько Сполсингер по этой минке бегал, это просто жестко. Она раз вот эти все 5 убийств, это с 5... 5 раз КД шел, то есть она стреляла, раз 5, наверное, он уже пробежал по ней, туда-сюда бегал. На мейне адепт, ну вот самые неудачных юнитов, которых только мог, получается, Сполсингер привел КАС сюда на мейн, потому что только Зилок по зданиям нормально здесь бьет. Под либераторов не слабо они тут атакуют. Минуснул, нет, не минуснул. Короче, все держится, вся оборона на 5 этих либераторов и держится. Сингер дарками дожимает. КАС пытает. Чё, кстати, с старпортами улетел бы вообще бы. Либераторов бы здесь строил. Короче, пытается КАС как-то выжить. 2 раза меньше боевого лимита. Экономика, 1 база и ГГшечка всё-таки ещё. Дожал Сполсингер. Еле-еле, но дожал. Ждем вторую игру.
Так, захожу в игру. Так, ребят, все, вторая игра начинается. Нужно будет позже, возможно, невозможно, а точно тут придут люди на кухне просто. Для крана нужно там просверливать дырку новую, сгнила там доска. Вот, поэтому я буду с минимумом комментариев. Я не знаю, какая это будет, если честно. Вот. Ну и потом уже сегодня не буду отвлекаться. А так есть всякие моменты такие отвлекающие. Но турнир идет, его нужно смотреть. Игры уже четвертьфинальные. У нас сегодня, сейчас пройдет этот четвертьфинал. Димага с Зараксусом там еще побьется потом. И полуфинал у нас тоже будет сегодня абсолютно точно. Так что вот так. Так, что-то не туда я счет запилил, прошу прощения. Конечно, Spellsinger 1-0 ведет. Каз депошки ставит так, чтобы мейн контролить. Spellsinger разведывает. Каз без разведки играет. Ну, Рипер будет разведывать у Каса. Так, ну что, твайлайтик пошел. Помните, что задержка еще 2 минуты. Рипер убил уже что, 2 пробки? Да, 2 пробки уже Рипер подрезал. Это не очень приятный момент, конечно, для Протоса. 2 терять пробочки-то так рано. Спускается адепт. Ну, Кас видит адепта. Улетает, законтролил Рипера. ПМ у Каса поднялся по сравнению с первой игрой. В первой 200 там было, в этой 230 уже подраскликался. Spellsinger вообще 300+. Ну и вот у Каса один и тот же билд. Что с лайтвейтом, что со Spellsinger, смотрю. То есть это Рипер, потом выход, соответственно, в дроп минок 2 штучек и выход в био с 2 бараков. В плане, конечно, агрессии билд интересный, особенно если оппонент не ждет, но
Если оппонент ждет вот такую раннюю, в общем-то, агрессивную игру от тирана, как ее контрить, собственно? Нужно минки, главное, на минках слишком большой дэмэдж не получить, и потом просто достаточно юнитов на каждой базе держать, грамотно мазеркор, чтобы уверчажа плюс юнит и не нести потери, в общем-то, отбиваться от этих дропов и просто в третий нексус выходить. И для Бродса это, в общем-то, решение вопросов всего. Даже если, в принципе, ты очень жестко и хорошо отобьешься, очень хорошо примешь тирана, то можно даже с двух баз проатаковать, но нужно заранее, конечно, готовить плацдарм какой-то здесь, там, гейты строить с пилонами, либо призму построить. Но это будет уже такой тоже полуулын. Прилетает дроп. Вот секунд бы на 6 раньше блинк бы, да, делался у Спелсингера бы. И это минус дроп бы был. Пролетает каст. Кстати, вообще не спалил то, что пробка на ксилнаге стоит. Можно было прям к пробке дропнуться спокойно абсолютно. Вычинивает медивак. Поехал обратно добывать. И выход пошел на мариках. Стимпак будет готов через буквально там 10-11 секунд. Но без щитов марики. Здесь третья сэшка пошла. Но без щитов-то без щитов. Но на такой ранней просто минуте стим это точно отмененный вот этот третий нексус будет сейчас. Даже если Спелсингер сейчас спалит и пойдет вниз отбивать, то он только проиграть здесь может, в принципе. Потому что, ну... Хотя с Гвардиан Шилдом мариков отбивать приятно. Но даже на Гвардиан Шилд энергии нет. Так вот, теоретически, вот эти сталкеры плюс центря с гвардом отбили бы мариков без щитов спокойно, просто грамотным, блин, контролем. И если тиран сразу там центря как-то не подставилась, чтобы ее сразу не фокуснуть, чтобы щит очень долго бы работал. Так все могло бы быть нормально. Фотоночки от Спелсингера верчажем грамотно медивак с минкой отгоняет. Почему нексус здесь-то надо ставить? Почему здесь не поставить? Не знаю. Только что тиран отменил, опять Спелсингер сюда идет нексус ставить, видя, что здесь прямо рядом марики находятся. Пожалуйста, минус 100 минералов еще раз. Хороший, блин, контроль от Спелсингера. Сбивает дэмэджа на медивак, касс улетает. Сейчас медиваками другими. Здесь дропчик идет на ксилнагу, Спелсингер понимает, что сталкеров-то что-то маловато здесь, чтобы все это прям легко взять да принять. У касса плюс один, и у касса щиты сейчас будут готовы. Можно вообще будет жесточайший сейчас дроп сделать, но Спелсингер, кстати, ждет. Ну, что-то он стоит частью сталкеров, вот тут что вот они здесь стоят? Представьте, сейчас касс загрузится и сюда прилетит. Он развалит полбазы. Во-первых, здесь вижена не было. Нужно было, ну, вот, как-то грамотнее стоять. Во-вторых, если бы даже Спелсингер, наверное, заблинкнулся, блинк бы был на КД, дроп бы мог пройти. Ну, в итоге касс не полетел вперед. Касс, естественно, тоже, ну, понимал, что... Не рассчитывал на всякие там ошибки, просто понимал, что, скорее всего, его видят, и навряд ли получится дропнуться на халяву вот сюда. Вот сейчас, в общем-то, произошло то, что могло до этого произойти. На халяву касс, в общем-то, на мейн приходит, Спелсингер снизу там бегает. Что он вообще тут делает, непонятно. Третий нексус добывать начал, а мейн в итоге потеряет сейчас. Точнее, не весь мейн, но гейт, твайлайт точно и, наверное, еще какое-то здание, как минимум одно. Нет, касс принял решение драться с юнитами, потом принял решение, что надо сваливать. Почему? Потому что ничего не потеряв, выбил здесь... Несколько зданий и просто улетел. И сейчас третью ЦЦшку занял. Гигантский прирост дома стоит. Нужно просто все это брать и идти дожимать. Но сейчас уже шторм, оказывается, дождется, скорее всего. Поэтому ХЗ сможет ли он дожать. Я очень сильно в этом прям сомневаюсь. Твайлайт Спелсингер восстанавливает. Это правильно. Без Твайлайта грейды нельзя делать. Даркшрайны там и т.д. и т.д. Здесь начинается добыча газа. Направил пробок. Часть не добывала. Третий нефть начал добывать. Спелсингер очень четко отыгрывает в плане вот, какого-то контроля дома в обороне сейчас. То есть он
Законтролил, да, пропускал трупы, да, куда-то пошел, если бы он вот это идеально все отбивал, вообще бы у него просто не бегал бы по карте, у него вообще ситуация крутая сейчас была. Но и так, учитывая пропущенные все дропы, с полтингера еще более-менее жив здесь. Четвертый Нексус каска сейчас легко достаточно отменит, но со штормом, с новым доварком можно в принципе отбиться. Здесь призма летает, работает. Марики, вот здесь пара адептов, видимо, на четвертую врывалась. Вот товар пошел адепт, очень хороший от Спелсингера. Так, пытается, кажется, штормовиков укуснуть. Спелсингер выкидывает шторм, неужели у него один только шторм остался в итоге? Под гвардом здесь все, ну, очень долго живет. Посмотрите, как там филды, гвард вообще решает, касса, они все юниты дерутся. Армор здесь 2, и в итоге Спелсингер отбивается, и лимит больше становится здесь, 17 КСМ погибает, адепты на мейн уже врываются, с плюс атакой за удар все убивает, 24, принимает при этом касса, еще Guardian Shield есть, вообще великолепная оборона сейчас от Спелсингера, и очень своевременный врыв призмой, это минус касс что ли, похоже на то, не вижу сейчас как касс может отбиться вообще. Убивает Спелсингер медивак, фокусит мародеров, но не всеми. Часть по Малику стреляет, сталкер вот сейчас мародеров всегда покусил. Ну тут адепты под мародеров попали, а мародеры с ними разберутся. Ну, кстати, одного мародера минуснет, наверное, да, минуснет сами по себе. Один мародер упал. 175 по лимиту, 67-28 по рабам, но у касса боевого, посмотрите, больше, чем у спейла. И у касса 2-2 доделываются. Сейчас на 2-2 грейдах. У касса последний шанс. Выход на 2-2 называется. Вон, в данный момент. Как-то выйти и попытаться проатаковать. Но ошибка касса сейчас очень серьезная, то, что он просто... А, ну у него газа нет, что ошибка. У него нет газа, поэтому, собственно, и ошибка. На мейне газ один не добывается, на второй один не добывается. В итоге только 4 газа у касса нормально добываются вместо 6. Его и не хватает, поэтому. Даже один из 4 двумя всего лишь КСМ-ками добывается. Спелсингер делает выход. Касс делает дроп сейчас. Это еще не ГГ кассу, ребятки. Но Спелсингер видит, что дроп касса летит. Возвращается домой. Да, возвращается домой. У Спелсингера 1-2 грейды сейчас. Адепты приходят на мейн на оборону. Заходит. Касс пока летел, уже Спелсингер вернулся. Как же долго касс летит. Причем частью он вперед пошел, юнитов. Что самое интересное. Но у касса много здесь боевого лимита, как я уже говорил, стоит. Опять поминка, тут Спелсингер ходит. Сентри пришли. Касс тимпачится, нужно уйти сейчас просто. Филды нужно поставить нормальные. Даже с двумя филдами. Спелсингер может уйти нормально, но шторм. Ой-ой-ой, какой шторм. Прилетел сейчас кассов со вторым штормом. Спелсингер поспешил. Лимит у касса даже больше сейчас стал. Причем это боевой в основном у касса. Рабочих на 15 больше, на 30-ку больше боевого у касса. И грейды лучше, это очень важный момент, можно сейчас расшатать. Ну что, смещается косни, 159-144. Спелсингер заходит в размен. Пытается КСМ-ки еще тут подпилить. КСМ-ки падают. Касс дропается на вторую. Штормовику лучше. Да, не дал вообще шторм кинуть. Идеально под фотонки, которые еще не достроились, дропнулся. Здесь врыв идет на четвертую базу. Нужно все сбривать. У касса нормальная ситуация. В размен-то можно идти. Штормовики, правда, на мейне 3 штуки. И мейн, скорее всего, с Спелсингеру не получится минуснуть. Но добычу-то получится всю минуснуть абсолютно точно. Вот касс... Вы жадный, а? Была бы здесь планетарка. Сталкеры так просто все здесь не убили. Штормы на мэйне проходят. Лимит касс уже больше стал. Боевой тоже больше. Вот это все нужно увозить. Касс висит и не видит, что у него медивак. Сейчас ему собьют их, он даже дропнуться не успеет, все эти медиваки. Спелсингер уже саплай блок. У Спелсингера пажи будут выбиты сейчас. На мэйне фотонки Спелсингер ставит. Пытается пробками уехать. Куда? Куда пытался? На мейн вернуться тоже тяжело ему было.
Что, под гвардом тут Сталсингер пытается развалить кассу. Сталкеры пришли, сталкеры помогут развалить. Ой, как гвард здесь подрешал жестко. Вообще мародеры ничего даже не убили, по-моему. Мебедеваки ушли, Сталсингер все это дело принимает. 92-95 по лимиту. На мейне есть юнит, и мейн кассу не убить сталсингеровский сейчас. Здесь прокси, не, прокси золото ставят. Но у касса есть добыча, она сохранилась сейчас. Да, ЦЦшки падают понемножечку. 1-8-6. Все, погорело, ЦЦшка взорвалась. Эту на мейне тоже лучше заминусовать. Зашел касс, отдался нахрена. Он сейчас пытался на мейн с полсингеру влезть. Вот это зря. Добычи-то у Бродса нету. Иди ты, отбей вот это. Здесь же смешная армия вообще. Нет, касс пытался пойти на мейн. На мейне ничего не сделал. Часть юнитов по карте вообще бегает. Спелсингер ставит Даркшрайн, сейчас у него ресурсов есть некоторое количество. Причем у него много газа, если вот сейчас Нексус достроится, он начнет добывать, а он начнет добывать. То все может быть еще нормально, тут у нас призма прилетает. Спелсингер что-то стоит, и Касс, кстати, Касс мимо идет. Нет, Касс, Марик идет мимо, а вот эти ребята идут прямо туда, куда нужно. Замечает Касс Нексус, ну Сколсингер здесь да будет некоторое количество минералов. Пробок нужно принимать, фугаса у Касса есть. Нексус падает. Есть попытка сбить медивак. Не увенчалась успехом у Сколсингера. Касс тимпачится, принимает Протса, он уже по карте гуляет, штормов, ой, много здесь штормов. Ну да, дать Протсу соединиться в такой ситуации, конечно же, ошибка со стороны Касса. Пытается сейчас развести сплитом на штормы, здесь может быть даже лучше фидбэки кинуть на медиваке, хотя... Ну там дэмэдж какой-то наносит, но вообще в молоко по большей части стрелял Сполсингер сейчас. Касс, он два марика строит уже, где у него бараки-то вообще? А вот они рядом здесь стоят. 75-63 по лимиту, боевой одинаковый, нужно Сполсингера принимать рядом с этой базой последней. КСМ какой-то там вперед, а, КСМ-ки от адепта сныкались. Как ужасно Касс заходит между бараками сейчас, прямо на штормовиков. Ну, с двух сторон, конечно, надо заходить. ЦЦ-шку Сполсингера пытается сбрить, шторм пошел раз, Касс заведи, что юнитов своих как-то... Так, ЦЦ-шка поднята. Энергии у псиштурмовиков реально много. ЦЦ-шка падает. Последняя ЦЦ-шка Касса. Неужели Касс такую игру сольет сейчас? Шторм пошел еще. Медиваки пока живут. Еще два шторма есть как минимум у Спелсингера. Касс сплитится. Фидбэки. Фидбэков нету уже энергии на фидбэке. И Касс здесь разбирает понемножечку. Обратите внимание Спелсингера. Но на грани здесь срыва была эта вся битва. Медиваки лечат. Сзади адепты разобрались, но мародеров слишком много что-то осталось. Добычи у Сполсингера нет, добычи у Касса тоже нету. Мариков парочку построил, нужно что-то хотя бы... А, здесь несколько вообще, здесь много мариков заказано. Рабочих у Касса ноль, нужно убивать Сполсингера, лететь. Вот эта игра получается валидольная. Так, ФП от Касса ставлю, блин, наушники выдернулись, прошу прощения. Так. Все, у Касса здания все открыты, у Сполсингера 2 сталкера, 2 дарка. Ё-моё, у Сполсингера 2 дарка, это еще пока не ГГ. Но учитывая, что есть пробки и есть дистанс майнинг, это печально для Касса, очень печально. Ну, у Касса есть летающее здание, но Кассу ведь надо экономику к Сполсингеру вырубать. Один мародер минус. Здесь три еще фотонки. Ой, здесь мазеркурс 200 энергии. Нет, здесь как-то печально. Четыре пробки у спелла осталось. Ну, имени их не надо просто отдавать, и все. Так, Мариков Касс подстраивает. Сполсингер это прекрасно видит. Шторм по Марикам. Уходят они сейчас. Нужно всех забрать. Вообще терять нельзя. Ну, факта сныкалась, в принципе. Все в порядке. Пытается Касс пробок забрать здесь. Одна осталась. Всего одна пробка осталась. До варп сталкера идет, чтобы здесь не летал Касс особо. Две минки закопаны. Вот минки это хорошо.
В ничью, походу, эту игру можно вывести сейчас было бы кассу, но не так просто это сделать. Так, где Марики касса ходит? Вот он сныкал группу Мариков. А, сервер подстроил Сталсингер. Блин, а вот то, что Минки касса отдал, вообще нехорошо. Мариков нужно сюда приводить с мародерами вместе пытаться что-то сделать. Если последнюю пробку убить, то это ничья, стопроцентно. Сталсингер-то не сможет никак даже теоретически надобывать и убить воздушное здание касса. Блин, ну у Сталсингера есть пиштормовик, который энергию копит. Он, ой, он как профитбэщить здесь может. Он сбить медиваки может здесь, ребята. Это будет очень печально. Сейчас будет игра контроля такая у нас здесь. Ой, космородера отдал, удар дропается еще раз. А чё, вот 7 мариков на карте, ну марики-то сюда не летят, я чуть не понимаю. Понимает Кас, что пробка ключ к победе, но это ГГ. Кас проиграл в итоге эту игру, Сталсингер просто на плюс морали, это жесть. В итоге будет. Кассу нужно тащить. Иначе домой. Так, пошел Анвай. Так, ну что, ждем, пока Кас поменяет меня местами там со Сталсингером. Ну, кстати, Кас, вот если бы взял бы всех мариков, мародеров, все. Каса какого-то желания победить нет. Он всеми юнитами мог бы эту пробку бы убить, не теряя медиваки. Что, поехали.
ready. Our SCVs are under attack. Так, здорово, Bottleneck. SCV ready. Upgrade complete. The Grim Reaper has arrived. SCV ready. SCV ready. Add-on complete. SCV ready. Так, ну что, ребят, обсуждаю я там небольшие перестановки на Бобролиге. Элейзер уезжает в Китай в пятницу тоже, поэтому Бла и Элейзер не смогут принять участие в этой Бобролиге. Ну, кто сможет, тот сможет. Будем смотреть то, что есть. Раз уж приняли решение на этой неделе провести, так проведем на этой неделе. Под всех не подстроишься, значит, под двух человек. Ну что, Руба, готова у Спелсингера буститься блинк, но он опять такой же билд сейчас демонстрирует, как в предыдущих играх. Двух. Подстраиваются марики понемножечку. Факториактор. Ну, короче, опять передроп... А, нет, в этот раз без передропа минок, но, в общем-то, с минками КАС играет. То есть, получается, что сейчас будут выходы делаться, плюс минки на них подстраиваться. Передропы начнутся, видимо, с био сразу же. Но факта пока что-то не работает у КАСа. Очень странно. В общем, пока... Так, погодите-ка. Уже, блин, готов. Я прошу прощения, я дропчик пропустил. Минки уже летали сейчас от кассы. Уже спелсингер... Вот. Уже спелсингер сбил этот медивак. Я пока отвлекался с Пашей. Здесь сегодня кипишной какой-то день. Начало вечера. Приходится на ходу все обсуждать. И много-много всякой хрени. Касс делает выход.
На двух медиваках сейчас, уже после дропов. Ну, билд тот же самый, в принципе. То есть сначала два дроп с минками идет, потом выход. Заходит Кас. Здесь есть колосс, между прочим, Кас Мазеркор пробревает. Пытается колосса фокуснуть. Колосса отфокусил, здесь сталкера на блинке начинает контроль. Спеллстингер. Ну вот этот медивак нужно было фокусить. Ну, второй отфокусил, и Кас вынужден улететь сейчас. В итоге по лимиту Спеллстингера больше. Рабочих больше. Замена этих игроков будет на тех, кто был ближе всего к Воте. Это Джараксус и Френд. Они не будут между собой играть. Так что участвуйте в отборочках. Лишних отборочных мы проводить не будем. Все вполне логично. У нас три квоты, поэтому кто в матче за третье место проиграл, получит, собственно, по квоте. Так как Блайл и... И Лейзер не могут играть просто. Ну, будем смотреть, что турнир. Будет он в четверг, будет он в субботу проходить. Полетели два медивака. Лимита Каса больше, масится он, как обычно, замечательно. Здесь минки копают. Так, пилончик подбревает Кас. Загружается, нужно улететь. Есть обсеры, где он вообще? Фотонка видит Минкуса уже, судя по всему. Здесь оверчарж был выставлен, но Кас смог пролететь мимо оверчаржа сейчас. Загружается, улетает. Здесь колосс выходит, на тебе, в колосс. От минки залп. Колосс получил залп от минки. Передроп идет на дальнюю, вторую базу. Медивак минус, то ли Спеллстингер фокуснул медивак, то ли сама фотонка его фокус взяла, потому что начала стрелять от того, как медивак что-то дропнул. Хотя не, она уже стреляла. Это, видимо, сам Спеллстингер отфокусил фотонкой. Ну что, бараки у нас, бараки. 5 штук их. Добавляются инженерки, указ грейды делаются, ЦЦшка 4 строится, наращивает продакшн, наращивает количество грейдов. Спеллстингер делает выход сейчас. У Спеллстингера из грейдов вторая атака сейчас будет готова. Архивы темпларов делаются, 4 медивака, но очень вовремя дроп от Каса прилетает. Что-то Кас тянет, пока не понимаю. Что Минка делает залп? Второй. Адепт сталкера заходит. Сталкеры блинкаются агрессивно вперед. Колоссов никто нахрен не прикрывает в итоге. Колосс падает один сейчас. Ну, второй живет пока. И уничтожены викинги все. В это время Кас пытается шатать Спеллстингера. На второй базе проблема, на мейне проблема. Но что-то адептов тут много. Нужно соединить армию. Что и делает в итоге Кас. А дома что? А дома пытается он отбиться, но это не так-то просто, оказывается, сделать. Но призму фокуснул здесь. Много чего Кас убил Спеллстингера. Но все равно армия еще большая, вопрос остается. И Кас по лимиту сейчас проседает. И тут я слышал, минки где-то копались. КСМ-ками Кас пилит колосса и запилил КСМ-ками колосса. Просто молодец. Мародеры новенькие выходят, пытается на хайграунд Кас влезть, но здесь Архон его встречает бодренько, просто наваливая демеджа просто нереального. В итоге марики все погибли, мародеры тоже погибают. Это ГГ, это 0-3. Это на отдых. Ну что, ждем следующую игру.
Фу. Ну что, кинул Паша монетку, вот смайл я имею в виду, и получилось так, вместо Элейзера Френд будет играть, а вместо Блая Джараксус на Бобролиге, вот такие вот дела, чтобы было честно, потому что хз кого куда поставить. Ну что, Спелсингер проходит в полуфинал. Спелсингер против Стрэнджа у нас полуфинал сейчас будет. Победитель проходит напрямую в финал. Естественно, проигравший матч за третье место. Вот, а вы, я напомню, можете пополнить, поддержать призовые данного турнира, естественно. Вот, которые вы можете на главной странице найти. Сейчас 10 тысяч призовой фонд составляет. Так что не стесняйтесь, поддерживайте. Ну и меня и мой канал можете поддерживать, естественно. Сейчас я на секунду 30 встану буквально, и мы продолжим. Стрэндж... А, уже Стрэндж Хост создает, но я в любом случае встану. Потом продолжить. Так, ребят, помыл яблочко. Поехали. Что посоветую я кассу? Что я могу посоветовать кассу? Найти мотивацию ему нужно. Почему? Потому что StarCraft не получится выигрывать, поскольку постольку там просто тренится тупо. StarCraft нужно желание побеждать. Касса-то не хуже меня знает. Вот. Ну, естественно, мы от касса ждем совершенно других игр и результатов. Вот еще в чем момент. Потому что, ну, как он раньше играл и как сейчас. То есть я объяснить это могу только одним, что уже нету такой мотивации просто как раньше побеждать. Поэтому нету такого гигантского количества и тренировок. И даже если бы оно было, результат все равно такой, как раньше бы не было. А раньше был результат хороший очень. Ну что, ребятки, пробочка приехала от Спелсингера к Стрэнджу. Что-то я призадумался про касса, вспомнил и ЕМ в Киеве, как сам играл, вот. Подумал про всю эту мотивацию, ну да ладно, хватит приунывать, давайте смотреть. Вспоминать былое, надо смотреть тех, кто сейчас играет, тех, кто тащит. Да, завтра будет шоу-матч Вердос против Хэпича в 19.00, не пропустите. В 17.00 завтра финал этого T1
Стинга турнир Романа против Рога. Порестримлю я его. Вот. Ну а дальше по обстоятельствам. Я имею в виду после Вердоса Хэппи шоу матча. Это завтра. Но я думаю, что ничего не будет. По обстоятельствам, скорее всего. Прогоняет Стрэндж Мазер Кор с Полсингера, запиливает Нексус. Полсингер сам Нексус запиливает. Разница буквально 2 секунды сейчас, если не одна. Илончик отстрелил, 4 сталкера снизу, на мейне Мазер Кор. Плюс сейчас гейты откроются, пойдет варп. Спелсингер контролит пробку Иксил Нагу, при этом видит выходы. Роба пошло. Гейты открываются. Третий гейт пошел. Ну что, тут Спелсингер оборону поставил. Сталкерами стоит, ждет Стрэнджа. По рабам в плюсе на 2 штуки даже сейчас. Роба обсерри строится, Твайлайт делается. У Стрэнджа уже Роба готова. Ну, хотя у Спелсингера не намного позже, но Твайлайт у Стрэнджа позже, кстати. Причем значительно позже. Одного сталкера на Ксилнаге сейчас оставляет, чтобы контролить. Прогнал пробку, в общем-то. Минус иллюзия. Иммортал у Спелсингера, иммортал у Стрэнджа, Стрэндж фаржу запиливает. Но на Улине тяжело как-то проатаковать, вокруг идти разве что где-то улыни, здесь пилоны что ли ставить, я не знаю. По-другому никак, что еще здесь можно делать. Плюс 3 гейта добавляются. 5 гейтов будет скоро у Спелсингера. У Стрэнджа 3-й Нексус пошел сейчас. У Стрэнджа 3 гейта, 3-й Нексус. Уже не раз, кстати, этот билд я видел от Стрэнджа. Но я видел, что его Вердос, и не только Вердос, кто-то еще его пробивал грелкой и Иммортал с толкерами. Так, гейты, в общем-то, здесь есть. 3 штучки плюс 2 добавляются. 5 по лимиту Стрэндж немножко в плюсе. Спелсингер тоже 3-й нет устает, пассивно играет. Ну, тут Спелсингера гейтов больше, странно, что он так прям пассивничает. Вышел на Ксилнагу, посмотрел, проверил, что происходит. Ничего там не сделать особо. У Стрэнджа 3-й Нексус готов. Пробки подставятся. По добыче он уже в плюсе за счет того, что рабочие на 3-й переведены. 16 на мейне, 16 на 2-й, на 3-й. Начиная добычу, спускается вниз. Иллюзию колосса делает. 2 обсервера здесь летают. Ну, 2 перебор, 2 не нужны Стрэнджу. Так, иллюзия пролетает. Видит сейчас Полсингер иллюзию колосса, но он-то не понимает. Иллюзия — это не иллюзия. До варп сталкеров идет.
Короче, идет пуш, здесь 4 пилона плюс еще один добавляется. У Стрэнджа уже на 8 пробок больше, а это уже серьезная, в общем-то, такая заявочка. Пошла атака. У лимиту вообще близко очень. Боевого с полсингера больше, у Стрэнджа больше рабочих. Три уверчажа вынудил сейчас полсингер выставить Стрэнджа. И наламывается в лоб сейчас. Стрэндж успел отступить, отблинкнулся с сталкерами. Здесь всего один уверчаж остался, надо, наверное, два было поставить. Напряженный такой пуш, я бы сказал, идет. Боевого лимита все больше и больше у Спилсингера. Но как так проатаковать, чтобы прямо продавить вот сейчас, я пока не вижу вот этого такого момента, что можно прямо так сделать. Дестабилизатор стреляет. Ой, неплохо. Хотя что, он ничего не убил, только дэмэдж Мортлу нанес. Сейчас фактически Стрэндж дестабилизатора теряет в итоге. Но 3 Immortal Strange это больше, чем Spellsinger'овских 2. Но у Spellsinger'а Guardian Shield, у Strange'а Guardian Shield отсутствует. И Spellsinger просто берет в итоге, занимает идеальную для атаки позицию. Еще Strange'а здесь додавливает, скорее всего. Похоже на то. Нужно агрессивно уже блинкаться. Strange 3 Stalker еще на медленный пилон попали. Это ГГ, ребятки. 1-0 Spellsinger, красавчик. Да, Коу еще пробрел, я просто вспоминал, кто, помимо Вердоса, Коу еще так же. Привет, полуопупевший, не надо ни всяких лут писать. Просто сиди и смотри. Так, пошел инвайт, захожу. Ну что, бой 5-1-0 Spellsinger. Ну что, здесь пошел гейточек еще один. Точнее, еще один первый гейточек от Spellsinger. А Strange через Nexus 17 играет. Это интересно. И не везет Стрэнджу, Spellsinger угадывает с разведкой, то есть он сразу поймет, что происходит, и еще не везет с респом при этом всем, то есть сейчас Мазеркор подстраиваем, просто и пилонов здесь наставляем на мейне, и вообще будет печально. Стрэндж тоже угадал с направлением движения, сейчас пробку встретит. Гейт пошел, газ надо заказывать сейчас Стрэнджу. Заказывает газ. Заказывает второй газ. Заказывает, да. Едет в разведку. Здесь второй гейт, кибернетка. Ну, конечно, нужно агрессивно играть уже. Так. Нет, Антох, такого не должно быть. Как он может активирован и не работать? Смотри, когда он активирован, что там происходит вообще. Обновись, перезайди в аккаунт, должен позеленеть. Да, я не знаю, что там прикол. Главное, чтобы качество выставлялось или выставляется, или нет. Если выставляется, значит работает. Thank you.
Так, Stargate. Stargate строят сейчас. Spell Singer. Strange, правда, спалит это дело сейчас все. Так, какой-то флут тут на телефоне. Гейт добавляет Spell Singer. Еще Strange нужно срочно с толкерами туда бежать и стараться выбить. Хотя адепты могут тогда разбомбить. Тут экономики много. Сейчас Мазеркор будет готов. Мазеркор может полететь. Это грелка должна быть, я не знаю, или что здесь в Старгите-то строить, вот в таком. Да, грелка, собственно. Стрэндж тут пару пилончиков поставил. Заходят сталкеры сейчас. Нужно адептов ловить. Один пилон минус, второй нужно минусовать. Стрэндж не фокусит, пилон фокусижит и Стрэндж. Пилон начал фокусить наконец-таки. Грелка в итоге не достроится пока что. Так, пилончики отменяются. Спеллсингер сам своего сталкера приводит. Адепты где-то тут рядом бегают. Адептов в итоге Мазеркор. Сейчас Стрэндж еще потеряет. Тут приятного мало. Мазеркор ему не нужно было терять. Но надо восстанавливать, чтобы он с энергией снова вышел. Хотя у него там и так 50 плюс накопилось уже. Пилоны здесь есть. Сейчас Стрэндж спалит, что это грелка. Понимает Стрэндж, что идет уж полноценный Мазеркор. Что-то поздно восстановлен. Хватит ли Стрэнджу юнитов, чтобы отбиться? У меня очень большие сомнения возникают. Пилон падает, но я думаю, Стрэндж прекрасно понимает, что эта грелка должна быть сейчас. Нужно все вниз вести. Так, заходит Фолсингер, грелочка. Здесь пилончик поближе к Нексусу ставится. Абсолютно верное решение. Этот пилон уже ничем не поможет. Мазеркор терять нельзя. Пилон тоже, ё-моё, один всего пилон. Кажется, у Стрэнджа гигантские просто проблемы здесь. Оверчарж молоко в итоге пошел. Грелка на разогреве заходит сюда. Минус Мазеркор. Гиты открываются. Плюс 2 сейчас еще будет. Саплай блок у Стрэнджа очень неприятный. И вторая грелка сейчас выйдет. Это вообще для Стрэнджа очень плохая ситуация. Пробок берет, идет вперед. Пытается грелку отфокусить одну. Не отфокусил. Вторую пытается фокуснуть. Но пока грелок-то ты фокусишь. Сталкеры оппонента атакуют ведь тоже, и с этим ничего не поделать. Даварф пошел, смысл делать даварф сюда долгий, если можно рядом сделать быстро. Это даже, наверное, быстрее юниты придут, как мне кажется, в бой. Но удобнее контролить вот в таком варпе. Здесь контролишь, одновременно варпишь прямо рядом с местом битвы. Хороший контроль со стороны Стрэнджа, но, кстати, ситуация-то близка, и если Стрэндж отобьется, ё-моё, как Стрэндж тут вообще с пробками за контроль, вот эти пробки катаются, Стрэндж просто микрил, размикрил, рабочих всего два потерял, и Нексус-то выжил, то есть можно биться просто сейчас, выбивать пилон с полстингеру просто-напросто, и все. Да, варп есть, все есть, Мазеркор восстановить, и все нормально, юнитов больше. Так, да, варп от Стулсингера еще идет. Саплай блока нет. Стрэндж тоже варпает сейчас юнитов. На Мазеркор просто не хватает минералов в данный момент. Ну зачем-то здесь нужен. Ну, пилон здесь нужен в любом случае для даварпа. Жесть, просто жесть. Так, ну что, Стрэндж фокусит грелки. Опять, в общем-то, грелка здесь подрешала в этом замесе очень не слабо. У Стрэндж опять проседает мешка по лимиту. Нексус ни в коем случае отдавать, считаю я, что нельзя. Потому что иначе для Стрэнджа все печально будет. Нексус один, единственная, наверное, зацепка за эту игру. Ну, Нексус он отдает. 4 гита есть. Надо было Мазеркор восстанавливать. Shadows.
Так, надеюсь, все в аду успокоились. Идет замес. Вот опять я из-за левых всяких вещей замес пропускаю. Стрэндж держится до сих пор, но там Нексус ставится. По лимиту просел сейчас. Не понимаю, почему я один за чатом слежу, вот единственное. Опять же, контроль дичайший идет сейчас Стрэнджа против Спелсингера. Нужно зайти. Нет, на хайграунд не решается зайти. На варпе можно было бы подловить сейчас. Нужно стоять на рампе. Только на рампе есть шанс здесь что-то сделать адекватное Стрэнджу. До варпа адепта от Спелсингера. Он будет разведывать свои иллюзии. Абсолютно очевидный момент. Так, нужно погнаться сейчас за иллюзией. Иллюзию, конечно же, отменяет телепорт Спелсингер. И стоит здесь на хайграунде, пытается Стрэнджа блочить. А что Стрэндж делает? Стрэндж пошел к Спелсингеру. Вот это интересный расклад. Так, Спелсингер заходит. Стрэндж думал, что он отступил. А он не отступил. Здесь сейчас будет в центре. Нужно фил ставить хороший. Хороший фил ставится. Адепт заходит. Еще центре Азилок здесь варпится. Даже два зилка из центре. Нужен филд. Нужен срочно еще один. Стрэндж ставит еще один филд. В это время заходит под Нексус. Здесь тоже есть филды. Ну, Спелсингер как конец среагировал. Все нормально. Среагировал Спелсингер. Пробки выходят. Пробки нужно пробок принимать. Пробок принимает вроде как. Здесь врыв на хайграунд идет. Ну, попытка не пытка, в принципе. Ну, здесь Мазеркор есть с энергией. Поэтому я не знаю, что здесь вообще реально сделать. Пока сейчас пытался отфокусить пилоны. Спелсингер Стрэндж его зажимает. Хорош пробками, зилками. В это время сталкерами контролят на мейне. У него только здесь. Главное, они как Стрэндж тащит, а? Просто чудеса какие-то демонстрируют, ребята, я вам скажу. Только под оверчаж влезать ни в коем случае нельзя. Под оверчаж Стрэндж не влезает. Здесь сталкеров отбивает. Стрэндж выигрывает такую игру. 24 в 10 боевого лимита. Как он это сделал вообще? Блин, Стрэндж молодец вообще в последнее время. И Спелсингер-то хорош. Ну, что Стрэндж творит? Это просто жесть какая-то, ребят. Как он вытащил, я просто не понимаю. Ну, контролил, контролил и расконтролил круто. Спелсингер не доконтролил в атаке сейчас. На пробках, на зилках отдался. И дома нечем было отбиться. Причем, кстати, сейчас вот очень сильно зарешало, я всегда говорил, перед рампой один пилон обязан быть, перед рампой на мейн. Вот если бы там был пилон перед рампой у Спелсингера, он просто мазеркором бы поставил оверчаш, и это было бы автогг для Стрэнджа. Но его не было, этого пилона, он зашел наверх и убил его. Ну а мы ждем следующую игру. 1-1. Все, я здесь, ребят. Разменный день у нас какой-то сегодня. День размена, блин, просто. Так, ну что, здесь гейт от Спелсингера, гейт газ, Стрэндж опять ставит, кстати, Нексус, между прочим, 17-й, опять Спелсингер это видит. Надо как-то пилонить, наверное, вот это все дело. Ну,
Ну, Спелсингер дал своих сталкеров окружить на мэйне, а Стрэндж нет. Тоже еще очень важный фактор там был, конечно. То есть от контроля очень много зависело. Что гейтики тут ставятся. Две штучки у Стрэнджа. Спелсингер один газ Стрэнджу впилил. Здесь блочит все полностью. Пробка едет живая сейчас. Стрэндж все-таки газ запиливает. Привет всем, кто недавно подошел. Пилонов здесь тоже, правда, не будет никаких, не будет. Спелсингер пытаться запилонить Стрэнджа. Будет ли Спелсингер? Так, Старгейт пошел. Ну, Старгейт Старгейтом, но... Старгейт не даст возможности убить, как бы, оппонент. Все это не будет какого-то раша, пуша и даже подпуша. Просто будет Оракул в надежде убить пробок и вот из этой ситуации в итоге перевернуть. Ну что, второй Газ Стрэндж добывает на второй базе своей в итоге. Сейчас будет готов зелок зелком, нужно газ срубать, он быстро здание убивает. Привет, Милка. Мазеркор улетает. Что-то полетело, ну надо помочь газ, конечно, убивать. Помогает убивать газ. Есть пробка и Стрэндж проверяет, нет ли прокси. Так, привет, Алухард. Я почему не сотрудничаю? Сотрудничаю. Просто ставок на этот турнир нет, поэтому... Так, кажется, пришли здесь на кухне смотреть. Вот, поэтому в какой-то момент мне без звука, видимо, нужно будет постримить. Я уже об этом предупреждал. Ну что, Оракул здесь летает. Четыре пробки забрал Спелсингер. Потерял только поля. Оракул больше ничего пока не потерял. На мейне Сентря. Два... Так, сталкера вообще все на мейн возвращаются. Один сталкер уверчаш на второй базе остается. Оракул возвращается сюда. Зачем? Так, я здесь. Пробивается пилон. Так, здесь тоже пилончик. Ребят, сейчас я нужно будет без звука мне комментировать, потому что иначе будет здесь много левого флуда. Я приношу свои извинения, я об этом говорил.
Так, все, я вернулся, ребят. Прошу прощения, но тут необходимо было все это сделать, потому что со мной не согласовали. Вот. Этот момент, поэтому пришлось отвлечься немножечко. Стрэндж заказывает сейчас Оракула. Увидели предыдущую игру, Спеллсингер очень грамотно его выиграл. Ну и что ему сказать? Оракул должен отбивать этих дарков, другого шанса не будет. Ну 10 секунд ему еще строится. Клончик еще один пошел. Моментально тут вообще дарки все сбривает. В итоге Оракул не успеет на 2 дарка кинуть Ревелейшн. Это очень плохо. Один дарк проходит мимо. Это очень печальная для Стрэнджа ситуация. По-другому и не скажешь. Так, робо заказан сейчас. Обсервер Спеллсингер начинает второй Нексус добывать понемножечку. Ну, Стрэндж пока не сдается и правильно делает. Десять пробок потерян. Все, обсервер вылетело. Дарка принимает Стрэндж. Ну, посмотрите на рабочих. 37-23. Это очень печальная ситуация. Стрэндж выбивает пилон Спеллсингеру. Восстанавливает здесь на гейтах пилончик. Кстати, вот этот пилон до второго гейта я даже не уверен, что будет доставать. Старкейт стоит. 43-28 по лимиту. Фениксы прилетают. Здесь сталкеры стоят. Уже контролят. И они с блинком, что самое главное, эти сталкеры. И Стрэндж понимает, что они с блинком. 30-42 по рабам. Это так себе, мягко говоря, ситуация. Хорошо, Оракул залетел, ребят. Смотрите. Стрэндж 9 пробок Спеллсингеру минуснул, и это шанс для него вернуться вообще в игру. 10. Пока ничего не потерял, кроме Оракула, но практически потерял Феникса. Здесь Стрэндж находит пилона Спеллсингера по всей карте, сбривает их. Да, как я и предполагал, пилон вот этот гейт. Энергии не подпитал нифига. Ну и два старгейта уже от Стрэнджа. Пилончик сбривает. Стрэндж по лимиту сравнялись практически. 44-40 по рабам. Но Спеллсингер ставит третий Никс. У Спеллсингера все равно преимущество есть. В этой игре абсолютно точно. Фениксов 6 штук. Сейчас 8 их вообще будет. Все они летят вперед. 8 фениксов это уже серьезно. Но сталкеров достаточно много тоже. Где прохарасить рабочих, так я в итоге не понимаю. Если бы обсервер бы пограмотнее, Спеллсингер бы разветил бы, вообще бы было бы неплохо бы. Одного феникса теряет сейчас сразу же Стрэндж. Видит, что третий Никс устроится, сам третий заказал. Здесь призма летает. Призма с дарком, кстати. У Стрэндж на майне есть обсервер. Залетает призма, дропает дарка, он на муви заходит, Стрэндж увидит. Все в порядке, Феникс и Мазеркур подврелись сейчас. Залетает, там пару пробок сбривает, ну, 5 пробок даже Стрэндж сбривает и улетает. Без потерь Фениксов, только ХП потерял им этими Фениксами. И по лимиту уже впереди Стрэндж, что самое интересное. На мэне как был обсервер, так и есть. Дарка, судя по всему, Стрэндж убил. Я не вижу в призме дарка. Да, судя по всему, пытался Спеллсингер что-то им сделать. И в итоге печаль, беда. Так,
две фотонки на второй базе с полсингер заказывают. На других базах фотонок нет. Урабам ситуация равная стала. По боевому лимиту равная. Только что была, но в итоге прилетели фениксы. 7 пробок минус 0. Одного феникса потерял Стрэндж. Но 7 пробок забрать это гораздо важнее было. У Спелсингера делается чаш, он скоро будет готов. Но игра уже равная. То есть, если Спелсингер поломится вперед, например, его может Стрэндж принять. Очень неплохо. Призма есть. Хорошо, что сталкеры призму не нашли. Да, варп. Дарков идет, это будет два архончика сейчас. Плюсом к этому миксу. Архоны очень сильно здесь помогут. У Стрэнджа тоже есть архон. У Стрэнджа есть фениксы, которые против вот этого микса, мягко говоря, неэффективны. Плюс здесь чаш есть и... Так, апилонов всего две штуки. И иммортлы с двух роба от Стрэнджа строятся, но они не успевают выйти тупо эти иммортлы сейчас. 4 я вижу у Стрэнджа, но 4 тут явно маловато. 2 иллюзии колоссов Стрэндж моментально делает. Кстати, очень грамотно он иллюзиями пользуется. Молодец. Как-то я некоторое время назад говорил о том, что неплохо бы вот иллюзиями пользоваться, так как они решают. И вот смотрю... Так, здесь Сплтсингер своего сталкера убил, что ли, или нет? Не понял. Похоже, да. Вот с таймварпом что-то поспешил Стрэндж. Таймварп сейчас... Не очень сильно решает. Во-первых, он долго ставится. Во-вторых, вместо него можно два оверчажа поставить, которые уж точно будут полезны. Так, архончики у Стрэнджа довапливаются. Иммортл новенький спускается. Оверчаж выставлен. И пока часть иммортлов Стрэнджа живет. Но фениксы падают. И Спелсингер продолжает давить. Несмотря на все попытки Стрэнджа затащить, Спелсингер просто продавливает его. Это ГГ, ребятки. Стрэндж проигрывает 1-3 Спелсингеру неожиданно. Спелсингер-то натренировался, смотрю. Молодец, что я могу сказать. Стрэндж будет биться в матче за третье место. Но это будет не сегодня, а Спелсингер идет в финал. Ну а нам надо продолжать. Нам нужно сейчас... Сейчас будет Димага Джараксус. Победитель Смината будет играть. Два матча нас ожидает. Так, не было касса. Теперь я не вижу Димаги ни хрена что-то. Так, Димага здесь, Джараксуса нужно искать. Джараксус был на канале, но это было некоторое время назад. Все, больше мне не надо будет отвлекаться сегодня, слава богу. Я уж что-то сам уже... Так, Х8. Так, короче, разбанил Х8 за вами. Что-то я уже приуныл просто, что какая-то хрень происходит. То туда отойти надо, то заходят, то потом приходят тут с кухни с этой всякой херней. В общем-то, заморачиваться.
Так, ничего-то больше Джараксуса нету в чатике, насколько я вижу. Рево с френдом вчера сыграли 0-1, Рево проигрывал. И уже чуть ли не началась термоядерная реакция. Вот. Но потом все-таки 2-1 затащил и взял квоту. Но френд с Жараксусом тоже будет на Бобролиге участвовать. Почему? Все очень просто. Была и Лейзер. Не примут участие, к сожалению, потому что Блай на море, а Лейзер в Китае на турнире будет, и в итоге они не смогут сыграть. Что, надо Джаракуса искать? Кажись, Джараксус с радостей, что на Бобролиге будет играть, куда-то пропал. Пошел, видимо, отмечать. В общем, ждем. Это все шутки, не знаю, где он. Сейчас я подойду, ребят. ГН. Все дети иногда кричат. Ну, конечно, есть спокойные вообще, но особых коликов у Маши не было никогда. Вот и правда. Вот ничем особо не лечил. Ле, ждем, в общем, ребятки, ждем. Фу, сейчас вернусь.
Так, все, я здесь. Джараксуса. Попробуем, конечно, но мне почему-то я помню, что у него другой какой-то никнейм был. Да, он уже переименован, то есть... То есть у него просто устаревшая. Джараксус куда просто. Какая-то сегодня день фейлов один идет. Thank you.
Короче, сейчас Джараксус не вернется, придется ему, естественно, техлу сдавать. Куда он делся, я вообще хз. Я забыл, вообще, кем Джараксус играет, если честно. Это не его ли никнейм Добро был протосом. Помню, чей-то может быть его. Ну что, остается ждать. Я спрашиваю, сколько ждать будем. Так, куда-то Ализар делся. Сейчас у Мэджика спрошу. Так, в том-то и дело, что он не зерк не играет, а там левая информация, а просто, по-моему, ЦТ, да, вот это вот, про которую Кванчи пишет, ЦТ добро. Лизар, говорит, ответил. Так. Thank you.
Так. Короче, ждем. Димага, значит, с Мината сейчас будет сразу же биться. А Мината здесь вообще? Мината нету. Ищем Мината теперь, значит. А. Там сидит. Че бухтишь-то? Нет, стрима не смотрю. Никакие особо. Да и времени не было, тем более хэппи недавно стал. Мэджик подсоздает, а я позахожу. Поехали. Вердос пришел, сообщил, что элегантно, и ушел.
чтобы опять Димага против Мината начинается. Все, наконец-таки начинается. А ну, давайте хоть StarCraft посмотрим. То люблю, когда игр побольше, чтобы мне отвлекаться поменьше. Здесь же у нас получается все долговато. Ну что, Джараксуса Техлуз поставили. Определиться сейчас финалист, который будет играть со Спелсингером и проигравший в матче за третье со Стрэнджем. Посмотрим, кто это будет. Так, ну что, дрончики начинают газ добывать. У Минатор газ... Так, нет, не газ пул, это пул газ был. То есть соточки еще не будет. Здесь тоже соточки еще не будет готовностью пула. Но примерно одинаковый билд здесь у игроков. То есть навряд ли пар... Так, Джараксус появился здесь. Джараксус, а что ты сидишь, не понял... Чатики, а не играешь игру. Или ты типа можешь в чатике сидеть. А, ну ты можешь с телефоном в чатике, например, сидеть, да, там, с какого-нибудь. А играть не мочь. Это печально. Так, ну что, инъекция пошла от Мината в первую, во вторую ходу, третью ставит уже. Минат, Димага тоже третью ставит и Беллинг Нест делает, между прочим, Димага. Боевого лимита 6 у Димаги, 7 у Мината, у Димаги 2 королевы и 2 линга, где они вообще бегают. Вот они рядом с Минатом, у Мината 4 линга дома на рампе стоят. Беллинг Неста нет. Фредди с К2 обсервер. Димага уже давным-давно без команды. Вот я вижу, что Минат заказывает 16 лингов сейчас. Димаг тоже несколько штучек подстраивает. Но это чисто перестраховочные линги для бейлингов. Ну что, на мую врывается Димага. Минат что-то не среагировал. Прорывается. Димага проверяет все. Можно забежать еще на вторую дальнюю хату сейчас. Так, королева одного линга забирает, второй пробегает, разведывает. Мимо лингов пробегает, покусали немножечко. Ну и сейчас королева минуснет его. Хотя нет, могла не минуснуть, если бы Димаг бежал домой, но он не законтролил. Димаги 12 лингов Бейн, и видеть, что линги Минат сюда прибежали, вкладывается неплохо так в оборону, я бы сказал, Димага Мината. Тем временем переходит в плюс один. Рейнджовый и роуч, ворон же готов, можно роучи заказывать. Димага, правда, контратаковать сейчас может. Очень неплохо он может это сделать, я вам скажу. Так, здесь бейны подходят. Отгоняют лингов врага. Нужно аккуратнее быть. Сейчас Димага бейлингов натеряет. Здесь контрврыв на лингах пошел от Мината. Неприятно. Димага часть лингов назад послал, часть прироста вышла. Они не одновременно подходят, в итоге Димага подгрызает, но не без потерь здесь он подгрызает. Минато сваливает со своей третьей базы. Димага видит, роучий заходит, начинает хату пытаться сгрызть. Ну, кстати, демонжа много, он по хате заносит сейчас Димага, но успеет ли догрызть? Хороший вопрос. Врывается в роучий, еще раз врыв роучий пошел. Беллинги проходит на мейн, минеральную линию Димага хочет забежать, естественно, подрезать рабочих Минато. Но это не просто будет делать. Подрезал личинки и одного дрона. Неприятный момент. Можно бейлингов получше было взорвать. Здесь линги все новые, но Димаги дотекают. Лингов все больше и больше. Роучи нет, плюс один. Чуть Димаг забоялся роучи-то атаковать. А, он хату хочет пробрить.
Ну, не знаю, получится ли пробрить Кату. Если получится, Димаги, то это хороший для него момент. У него получается, между прочим. Ронни Кримсон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Пойми, дружище, я очень давно смотрю тебя и вдруг осознал, что ни разу не благодарил тебя за эти годы стриминга. Пойми, спасибо за стримчанские, и знай, я за тобой слежу равно. Следишь? Ну, смотри. Будь незаметным, а то я почую твою слежку, а за поддержку спасибо, конечно же. А, ты в клубе СК не пашет. Печально, что я могу. А, ты понял, откуда ты по разговору с Юрой. Вот, ну что, Минато без третьей хаты. У Минато тут роучи реводжера, у Димаги вот что строится. И это будет минус Минато, скорее всего, если Димага сейчас достроит спайр и закажет муталисков нормально. Скуается Минато вниз, хату занимает, саплай-блок Димаги здесь дает сейчас фаербула. Димага не пытается оверу законтролить, это ошибка, могут вогнать вообще сейчас просто в минуса, в жесткие, здесь овер улетает. Так, Минато видит это овер и идет вперед. Уж-то серьезный двигается от Минато. Спасибо, Ронни Кримсон. Сейчас добавим тебя. Контрзабегание от Димаги, между прочим, проходит неплохое. Так, врыв пошел от Минато. Бейны заходят. Две плетки и минус. Роучей достаточно много. Три реводжера. Лингов у Димаги нету, от Минато дотекание серьезно идет, у Димаги слишком много рабочих, муталисков еще нету в итоге, и можно получить, ну, очень сильный дэмэдж, пока здесь, в общем-то, муталиски выйдут. И, судя по всему, сейчас Димага и... Так, как же повезло Димаге еще по один фаербул, а эта мутка вообще бы не вышла бы нифига. Часть муталисков на второй базе в итоге пытается отбить все это дело. Фаерболы падают, 28, 29, 30 дронов уже минус, приятного здесь для Димаги мало, 50 на 90 по лимиту, но если он каким-то чудом отобьется, то, хотя какие-то, хотя две базы, в принципе. Так, дроны отходят, мячка назад, фаерболами сейчас Минат своих же лингов пробревает, муталиски Димаги очень неплохой дэмэдж здесь наносит, но рабочих две штуки уже осталось, а две штуки рабочих, вы понимаете сами, что это очень печальные расклады. С таким количеством рабочих выиграть, ну, очень, мягко говоря, тяжело. Но Димага восстановил несколько дронов, начинается добыча на мэне, нужно плетки перекопать, минеральную линию прикрыть, сейчас что Димага и делает. И нужно просто всех рабочих на мэне сейчас точку сбора ставить, восстановить. Муталиски и линги бегут сюда. Минато начинает дистанс майнинг, спорок, ну, очень много заказывает сейчас он. Нужно забегать на мейн, нужно пытаться экономику убить королев. Минато много здесь подстроил. Дроны, так, дроны здесь ползают. Ну, кстати, Димага может сбить всех оверов и все, что вне спорок ренжа сейчас находится. Ну, кстати, Димага не собьет, что все, что вне спорок находится, потому что овер мув сейчас будет готов. Димага минуснул королеву номер один, номер два тоже минусует. Здесь линги дронов принимают. Хату тоже не хотелось бы Димаге потерять явно. Муталиски роучи лингов здесь все прессуют, минусуют. Так, здесь линги, Димаги бегают. Димага не дает лингов даже подбрить своих. По боевому лимиту все еще в плюсе. Королева новая строится. Спорки две штуки, их не так просто минуснуть, эти две спорки. Роуч ворон догорел у Минато, сейчас еще не догорел, реген у него, ну, больше нету регена, как вы поняли. 8-3-4 по рабам, Димаги нужно что-то предпринимать, так, королеву пробрил, газ нужно пробривать сейчас, не давать технологии, никаких лингов прогонять немножечко Димага сейчас. Разворачивается мутка, королева вне спорок, минус королева. Пул надо подбривать, лейер можно подбрить, газ можно подбрить, здесь все что угодно можно подбрить. Минато, Димага пытается королеву сбрить, да не надо агриться на эту королеву. Димага сагрился, лингов принимает, за лингами гоняться не стоит. Я думаю, Димага прекрасно это понимает. Беллингнес сбрить, газа у Минато. Ё-моё, сколько газа-то у Минато, гигантское количество. Так, линги от Димаги прибегают на вторую базу. Здесь 4 спорки и всего лишь одна королева. Нужно королеву окружить, Димага окружает королеву.
Красавчик, на второй базе проблемы, на мейне устраивает проблемы Минато, тоже демага. Какая потная игра. Посмотрите на боевой лимит, демаги здесь Так, Бейлинги Роучи заходит. Ё-моё, демага не законтролил. Теряет 5 дронов сейчас, но Минато 11 теряет. Королева куда-то вперед вылезла. 30-33 рабочих у демаги, но боевого, посмотрите, сколько лимита много зато. Нужно восстанавливать рабу, флеер нужно заминусовать, конечно, демаги сейчас. Деспул уже нужно минуснуть, этот чертов линки, все выходит и выходит, вперед. Так, спорка перекапывается. Спорку демага хочет минуснуть, и это ошибка была отминать, что он так спорку перекапывал, в итоге спорка минус. Но муталиска одного-двух отдал демага, что ж ты не контролишь. Интересная очень игра выходит. Гидроден у Минато доделывается за счет преимущества небольшого по экономике. Гидра сейчас начнет строиться. Наламывается демага, все-таки 0-1. Демага сливает мутку в хлам всю свою. Да ему не надо вообще было муталисков сливать. Там бы был шанс какой-никакой. Хоть и небольшой, но шанс. Так, здесь линги-то что сделать? 7 гидралисков строится. Ну, были бы муталиски. Тут штук 10 бы, а не 6 сейчас. Может быть, что-то и получило бы. Демаги, вот демага ошибся, что долго пул не убивал. Ему нужно было убить пул, и на там просто плингов не смогу в контрзабегание подстроить. Вот. Тогда бы было все замечательно. Так, Прион, Террас Приона, вторая карта, ждем пост. Так, вошел инвайт. Ну что, готов демага, ждем начала. Привет, Руставали. Да вроде не так давно ты не заходил. Дела хорошо вроде как. Смотрим. Второй полуфинал Starline Лиги. Демага против Минато бьется. В предыдущем полуфинале Спелсингер бился со Стрэнджем. Стрэндж проиграл неожиданно Спелсингеру 1-3. Причем одну игру, которую затащил Стрэндж, он просто там на таких чудесах затащил, что вообще жесть. Так, все правильно, Юр сделал.
Джараксусы врубили свет. Ну, уже поздно, к сожалению. Печально, но турниров будет еще много, поэтому все нормально. Бобролиги, готовься. Шесть лингов от Мината. Опенинг через пул без газа с мейна хата пошла. Здесь, кстати, не намного позже у Мината прям хата. Здесь хата ставится. Задача отменить хату. Демаги, естественно, и пул здесь не готов. Если получится отменить, хитрый Мината оббегает. Демага просто видит все. В итоге потерял драгоценные секунды. Попробуй теперь хату отмени, блин, эту. Вместо того, чтобы просто прибежать и ее отменить, что-то там Мината... перемудрил, переобходил в итоге. Демага Беллингнес ставит, думает, что это пуш с мувом какой-то там вообще сверхранний. Шесть лингов у Демаги заказано. Не получилось ничего тут Мината отменить. Но барабан уже в плюсе зато. Но у Димаги зато делается мув лингом. У него есть Беллингнест, и у него 12 лингов в продакшене сейчас, обратите внимание. Но Минат, правда, все это видел и ставит две плетки сейчас. Помогут ли они? Привет, Темпест. СК. Всем привет, кто недавно пришел. Напомню, что вы можете поддержать данный турнир. Вот. На главный он есть. Starline Лига называется, кому интересно. Вообще поддерживать наши турниры СНГ и игроков наших. Вот. Ну и меня, мой канал, соответственно, тоже. Так, пиви не проверял, пока потом проверю, прошу прощения, не, ну, автоматической проверялки у меня в глазу не вставлено. Так, здесь ничего не происходит, давай как раз проверю пока. Да, вижу. Киви. 35 рублей на киви, фуайр, рентара, помидор, спасибо за стрим, спасибо тебе, дармам эму му. Тяжелый никнейм у тебя. Спасибо за поддержку. Ну что, здесь что-то линги пробежали, посмотрели. Димага не стал атаковать, чуть две плетки увидел. Перешел в экономику побыстрее. Лейер делается, роуч ворон делается. Газа три всего почему-то сейчас. Один дрон какой-то мимо вообще кассы проехал, что он здесь стоит, я не знаю. Третья хат почти готова у Димаги, то есть вот он... за счет третьей, видимо, собирается тащить. У Мината плюс один. Плюс один — это очень опасно. Четвертый газ пошел. Абсолютно правильные вещи Димага сейчас делает. Шесть дронов берется с мейна, остается здесь пять всего. Переводится на второе золото, ускорит добычу очень сильно. Здесь линги прибежали, часть отдалась. Один линк в итоге выжил всего. Так, все запуски в записи смотрел. Союза. Кстати, на Союзе тоже там важный аппарат был.
И Экзомарса тоже посмотрел в записи. Прикольная там запись на Экзомарсе. Кто будет смотреть, обратите внимание, там немного две птички взгрелись. Прямо рядом с протоном сидели они. Честно говоря, даже вот не знаю, выжили ли они, потому что, ну, при взлете ракеты 190-200 дБ уровень звука примерно. Я думаю, что птичка не очень любит, когда звук такой. Я даже не представляю, что это за звук, потому что, ну вот, у авиации 130 где-то, когда пассажиры взлетают приблизительно. Читал я такой, не знаю, на самом деле не мерил сколько, но если там 130, а там 200, то это просто ад. Заходит в итоге Минато, где маги, ГГ. Пока я рассказывал, прошла атака. Так, нет. Спасибо, я уж вручную обновлю. Там минимум поддержки идет через Киви Яндекс. Поэтому дармоедам этим 30-шку в месяц отдавать. Нет уж. Ульрена, третья карта. Чуть-то Минато разбушевался. Сегодня реально все не в попад, прямо как-то, ну вот начну греть, игра кончается. Начал стримить, там пришли в долг, просить, ну, хотя мне, ну, говорил мне об этом физюнчик, что зайдет. Но неожиданно зашел, потом с кухней, короче. Но я надеюсь, что на гоу войска все будет лучше и легче. Ну, всем за поддержку спасибо еще раз. Ну что, 2-0 меня отведет. Так, ребят, секундочку. Ну, Хэппи закончил, потому что ему гоу поиска нужно играть. Видимо, со стрима он не хочет. Мы будем смотреть все это дело. Линги прибегают, начинают хатку подгрызать. Вот Димаги. Опять Димага пытается... А, нет, в прошлый раз Минат пытался Димагу подгрызть, но потом... Вот Димаге нужно в прошлой игре было улынить, наверное, Мината. Пофиг там на две плютки было. Если бы он лингов намасил реально много, плюс беллингов запилил бы, можно очень эффективно было бы ворваться. Все новые и новые линги от Димаги прибегают. Но у Мината тоже есть. Но Димага в хорошей позиции. Бой принимает. Лингов Мината сгрызает. Смотрите, здесь... Овера нельзя подставлять сейчас.
Хорошо, Димаг, кстати, Минат нагрыз, разворачивается, опять дерется. Минат пытается в контратаке Димагу сбрить. Димага еще два линга сбривает, частью уже хату начинает грызть. Вот посмотрите, вот что значит в правильной позиции нормально драться. Просто Димага на ровном месте забрал хату, хотя лингов было одинаково практически. С Мината нужно было бы, наверное, еще пару дрончиков сверху взять, попытаться отбить. У Димаги так, у Димаги вторая хата готова, рабочих у Димаги меч. Королева Минат спускается, Димага принимает бой своими лингами, королева минус, лингов прогоняет наверх сейчас. Мув делается, и Димага сейчас увидит, что Бейлинг Нест есть, нужно ли драться в таких условиях. Я думаю, что нахрен Димаге не нужно было здесь драться, но он принимает бой, сливает всех лингов к вам, и чего? Сейчас он будет делать с контр-беллинг-бастом. Ну, две плетки он ставит, понятное дело. Но сейчас мумлинги, во-первых, ворвутся, могут ворваться. Во-вторых, две плетки могут и не спасти. Ну что, бейлингов 7 штук от Мината. У Димаги 2 плетки. Третья ставится. 3 королевы есть, но 2 в районе рампы тут находятся. Так, Минат пытается пленки. Пленки. Плетки выбить. Выбивает одну, кстати, продает. Ну, одна плеточка падает. Вообще тут не достроившись. Линги в дронов врываются, Димаг принимает бой, 4 королевы отбиваются, с дронами начал Димаг уже обороняться, дронов на добычу нужно возвращать, возвращает Димага дронов, королев берет, идет вниз, плетка есть, нужно трансфьюза подождать, протрансфьюзить обязательно. Перекапывает плетку Димага вниз. Здесь у Мината хата восстанавливается. Опять линги вот побежали. Камни, что ли, грызть? Да, начинает Мината камни грызть. Самое время погрызть камни. Зачем ему вообще камни в данный момент прогрызать? Хочет, видимо, вне овера ворваться сюда как-то. Но оббежал бы. Это гораздо быстрее было бы, чем прогрызть камни. На пару минут. Значит, не на пару минут, но на минутку уж точно, потому что камни здесь реально долго будут линги. Ну, хотя уже меньше половины, но они уже и грызут секунд 30. Хата восстанавливается. Криптумор один есть у Мината. Димага отстраивает рабочих, лимита больше. Вижу, Роуч Ворон пошел. Димага инъекции сразу накидал там. Ой-ой-ой, эксперты по космонавтике, только не это. Только не это. И по высадкам на Луну и Марс. Ну что, 7 роучий димаг заказывает. 9 роучий димаг заказывает. Будет прессовать, судя по всему, Мината сейчас. 65-46 по лимиту. Так, пошли реведжеры сейчас. Ну что, Димага идет вперед.
1-2, ребятки, Демага одну игру все-таки отыгрывает. ГГ пишет Минато. Ну что ж, ждем хост, будем врываться. Камбэк, что ли, от Димаги намечается. Вот, а на станции, ну точнее не мир, сейчас на МКС. Радиация отличается от космоса открытого, потому что она находится в пределах магнитосферы Земли. Я эту тему, может, и люблю, но я вижу, что тут такие эксперты, которых из подъезда обычно пиндалями выгоняют с баклахами с их, там, я не знаю, такого уровня. Вот, а спорят до талого просто. Ну что, 2-1, Минато ведет, но еще не вечер. Димага огрызнулся, взял одну карту. Предупреждение, ты молчал, задумайся по жизни вообще, что ты из себя представляешь. Ты просто не очень, как бы, по... Поэтому Алиса тебя предупредила. А может быть, она знает, что ты знаешь, и ты не должен был молчать. Так, задержка 2 минуты. Кстати, в этом году 55 лет первого полета в космос. Будет очень много конкурсов. Есть конкурс на снять видео. Почему-то достоин куда-то там полететь, то ли на Луну, то ли куда-то. И тебя могут покатать на Ил-76, где имитируется невесомость. Прикольная, по-моему, тема. Вот. Ну что,
Роуч Ворон ставится. Не, на 23-м-то точно никто никуда не высадится, о чем ты говоришь. Там все смещается куда-то. Посмотрим, как дела пойдут. Кого фаворитом турнира считаю? Вот даже не знаю, что и сказать, если бы Стрэндж не проиграл бы Спелсингеру, то я бы сказал, что это Стрэндж, наверняка. Но Стрэндж проиграл Спелсингеру, поэтому я теперь не знаю. Ну, Спелсингер сильную игру демонстрирует. Ну, я думаю, Минато может, например, если выиграет, одолеть его. Но если Димага выиграет Минато, тогда уже интересный вопрос. И Димага налетает сейчас просто как метеор, резвый вообще. Прибежал Димага, окружает Роучи. Почему не дерется дронами, сейчас не понимаю. Минато, это может стоить ему вообще игры. Хотя нет, здесь Роучи новый выходит, а Димаге каких-то лингов не хватает. Королеву сгрызать, приоритетная цель по сравнению с Роучами. Линги уходят наверх, по лимиту Димага сейчас просил, и причем значительно не надо в двух дронов было всех этих лингов сливать, я уверен. Почему? Да потому что у Димаги боевого-то лимита мало, но Димага третьего на халяву. Дрона куда ты побежал на F2 вообще, ё-моё? Димага, что ты делаешь? Что ты делаешь, Димага? Не надо часто F2 жать, не надо часто F2 жать, а то я по лбу себе больно бью. Дроны подстраиваются, Роуч Уоррен подстраивается. Сейчас Димага сам закажется, и у него будет больше лимита, чем у Минато. Точнее, не больше, но он по лимиту приблизится, но у него лучшая экономика, у него 3 хаты уже, вот в чем вопрос. Ну что, Минато готовит пуш, причем пуш очень сильный. Димага строит дронов, это может тоже сейчас ему боком выйти. У Минато Беллинг-Нэш сейчас будет готов. Ой-ой, Роучи, Линга Беллинги сейчас от Минато врыв пойдет. У Димаги есть вообще личинки? Есть и личинки, и Роучи заказываются, и Линги заказываются. Лимита Димаги больше становится. Здесь 10 бейнов, Линги вообще будут бесполезны. Димага принимает бой, Беллинги от Минато, Беллинги от Димаги. Лимиты близки, но Минато что-то много здесь осталось юнитов, и лимита на десятку Минато больше. У Димаги слишком много рабочих, бой он как-то криво провел, Беллинги слишком много сплэша нанесли в итоге. Это было не очень приятно, ребят. ГГГЛ пишет, Димага 1-3, к сожалению. Так, ну что, сделаю стоп-старт я, чтобы вернуться без задержки к вам.